Здравствуйте, дорогие друзья! Мы заканчиваем сезон постройки катамарана. И сейчас хочу вам показать, что у нас получилось на настоящий момент. Все наши предыдущие видео мы старались снимать в солнечную погоду, чтобы видео получалось яркое и эффектное. Но на самом деле большинство наших рабочих дней происходит вот именно в такой обстановке, когда постоянно льет дождь, когда постоянно сырость, и солнечные дни на самом деле выпадают только примерно 1-2 за 2 недели. Нам сейчас некогда ждать солнечных дней, поэтому это видео у нас будет снято в реальную погоду постройки катамарана. После установки мачт мы сделали такелаж, ванты, штаги, чтобы мачты стояли более четко, более крепко. Как вы видите, добавилось большое количество различных растяжек. Усилили центральную часть мачт, пустили ванты в разные стороны, и в результате этого две наши мачты стали очень устойчивыми, очень хорошо держат, не поддаются каким-то колебаниям, а точнее поддаются, но очень минимальным по сравнению с тем, что было. Ну, практически стоят четко. Все тросы растянуты талрепами и зафиксированы. Затем был установлен швертовый колодец. Вы видите его в центре. Он идет практически по всей длине катамарана под ним. Как вы видите, швертовый колодец, он не только зафиксирован к раме верхней части, но и с обеих сторон растянут дополнительными тросами, которые добавляют ему жесткости и не дают ходить в разные стороны. В результате установки швертового колодца конструкция и рама катамарана стала намного жестче. Затем мы сделали руль и рулевое устройство. Оно получилось достаточно массивное, но все делалось с прицелом на взаимозаменяемость. Если вдруг руль поломается, чтобы можно было использовать в качестве пера руля любую подходящую доску. Основу рулевого устройства составляет щит, к которому крепятся три прижимные планки и затягиваются затем, прижимая перо руля. Как видите, перо руля используется в качестве перо руля сейчас используется шверт от небольшого катамарана парусного. Рули соединены между собой и делают одновременные повороты. Сам руль прикреплен к трансу при помощи обычных петель металлических. Но мы их обработали смазкой защитной. Посмотрим, как они себя поведут в соленой воде. На катамаран мы установили гибридный мотор, где вверх китайский чемпион. По инструкции в районе 13 сил. А низ из ветерка. Мотор работает, правда, еще с ним нужно разбираться. Но основные такие моменты — это то, что, наверное, нужно будет переделать транец под мотор, но это будет уже в следующем, так сказать, сезоне. У мотора сделан выхлоп в воду и аккумулятор для пуска, для старта.
Как вы видите, погода уже осенняя, достаточно холодно, и мы завершаем этот этап постройки. Сейчас разбираем катамаран для того, чтобы сложить его на хранение и для дальнейшей перевозки уже к морю. Там уже мы будем дорабатывать его и готовиться к нашему путешествию. Хочу сказать, что весь проект идет и развивается только на личные средства участников и тех, кто заинтересован в этом. Но он переходит на новую стадию, поэтому, кто хочет, пожалуйста, приглашаем к сотрудничеству. Посетите наш сайт, посмотрите, может быть, возможные условия сотрудничества, либо просто пишите, всегда рассмотрим варианты. Спасибо всем, кто нас смотрит. Нам очень важна ваша поддержка. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, делайте только то, что вам доставляет радость.